Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И мы продолжаем играть с вами в симулятор мороженого. И хотел бы сразу извиниться за то, что я не снял обновление сразу, потому что были праздники, я немножко замотался и пропустил. Вы написали просто сотню комментариев, типа, вышло обновление, быстрее снимай. Ребята, приношу свои извинения и делаем видосик. Но перед началом, наверное, с вами введем котики, которые у нас новенькие появились. Так, заходим в раздел кодов. Кстати, где у нас делся? А, вот раздел кодов. Заходим сюда, вводим хатчинг. Получаем с вами 10 тысяч конфеток. Дальше у нас кодик Тойбак. Получаем 10 суперберстов бесплатно. Следующий сюрприз. Это вот такой кодик. 15 тысяч конфет. Потом фестив. По идее, я уже вводил. Хотя нет, не вводил фестив 2018. И Джан 1, типа январь, первое число. 20 суперберстов. Ну все, погнали. У нас появилась новая зона. Это новогодняя зона. За 10 миллионов реберстов, хотя поначалу она стоила 50 миллионов. Заходим туда. Я специально перед этой серией нафармил много-много-много конфеток. У меня почти 7 триллионов конфет. Появилась локация вот такая прикольненькая. Появились новые шляпы, новые яйца и там новые питомцы. Погнали. Локация, в которой мы появились, у нас новогодняя, прикольная, со звездочками. Здесь у нас вот такие по 500 миллиончиков. Это что у нас такие? Подарочки. Скрываем и получаем 3,8 биллиона, то есть миллиарда сразу конфет. Здесь у нас подарочки. Вход, кстати, за сколько? 350 миллиардов скупов. У меня 1,5 триллиона скупов. Я сюда легко захожу. И здесь у нас подарки по 2 миллиарда. В принципе, я их тоже легко открываю и зарабатываю немалые денежки. Так, давайте с вами вскроем. Вот так вот. Кстати, если вдруг кто-то еще не знал, есть такая фича, как фармить эти подарки. В общем, становитесь на подарок. Нажимаете левую кнопку мышки, отпускаете ее, вернее, нажимаете левую кнопку мышки, нажимаете Escape, отпускаете ее, убираете Escape и все, стоите, фармите, идете по своим делам. В принципе, ваш персонаж будет спокойно фармить, вы можете еще положить наушники на пробел, чтобы персонаж не вылетал, и, в принципе, стоять и фармить вот эти вот, скажем так, подарочки и зарабатывать много-много денежек. Я, в принципе, так и заработал свои 7 триллионов вообще на изи. Итак, ребята, давайте начнем с чего? Наверное, начнем с того, что у нас есть новые шапки. Мы сейчас с вами их поскрываем, посмотрим, что у нас есть. 50 миллионов конфет. В принципе, не так уж и сложно поймать здесь новые шапочки. Итак, 2019. Хорошая шапочка. Погнали дальше. Я не знаю, сколько здесь новых шапок, но мы постараемся поймать всех. Так, New Year's Kitty, ребята. По идее, этот котенок должен быть садиться на плечо, а возможно и на голову. Посмотрим. Так, новогодняя псина. Хорошо, дальше ролим. Что у нас есть еще здесь? Рокин Хедро. Так, это у нас наплечники. Слушайте, прикольно. У нас теперь не только на голову, а еще и на плечи всякие фишки. Так, новогодняя корона. Happy New Year 2019. Тортик такой на голову. Красивый. Мне нравится. Снова шапка. Шапка уже повторилась. Пока что первое повторение у нас было. Так, очки. Radical Round Shades. Дальше посмотрим, что у нас будет интересного. Потом пойдем скрывать питомцев. Денег у нас много. Rage 3. То есть злая елка. Офигеть, она злая на самом деле. Так, что у нас еще выпадает? Так, New Year's Shades. Очки, короче, 2018 года. Почему 18-го, не знаю. Должны быть 19-го. Здесь, видите, 2018 с левой стороны написано. Давайте еще откроем. Повторились очки у нас. А теперь снова корона. По идее, у нас начинается все повторяться. Давайте еще, наверное, 5 предметов откроем. Еще одна шапка. Дальше, кстати, если я буду нажимать постоянно, будет ли открываться сразу? Нет, не открывается. Нужно сбросить, потом снова открыть. Так, что у нас еще выпадает? Снова елочка. Еще два открытия, посмотрим. И бум, так, хорош, чемпион Хорс. Хорошо, хорошо, голова лошади чемпиона. И что такое у нас? Золотые рожки, Дред Кинг. Супер, ребята, вот это еще не попадалось, это что-то новенькое. Возможно, что-то еще есть. Так, снова голова, потому что я думал, что все, уже закончились подарочки наши. Да не, шапочки. Так, еще открываем. Пока 7 триллионов так и осталось, потому что здесь мы тратим всего лишь по 50 миллиончиков за одну шапку. Так, все. Пошли повторочки, новенько пока нет. Давайте еще два скрываем с вами вот эти штукенцы. Две, что это у нас такое, подарочные шапки. Так, снова елка. И последненькое, что у нас попадается. И это у нас снова псина. Так, заходим в шапки и смотрим, какая у нас шапка будет самая топовая. Так, где у нас тут шапки? Вот где-то здесь. Так, 0,41, 0,397, окей, 0,42,5. Пока что это топовая штука. Хуже, хуже, так, хуже, хуже, это 0,41, 39, 39, 38, 0,40, 0,415, 0,425.
Ху-ху-ху-ху-ху. Так, ребята, я вижу, что у нас самое лучшее — это вот эта вот штукивенция. Так, одеваем ее и одеваем же вторую. Посмотрим, насколько лучше мы стали фармить, потому что шапки здесь очень сильно влияют. Наконец-таки она не выпирает у меня из головы. Кстати, мы с вами не зашли в магазин. Появились же по-любому новые вкусы, какие-то новые конусы. В любом случае должно быть. Так, заходим вот сюда во вкусы. Самый-самый-самый-самый низ. И Happy New Year 2018. Окей, спасибо, я его одеваю, естественно. Так, Pet Prestige я не трогаю. Конус, какой у нас конус? Тоже должен быть какой-то новогодний, по идее. Вот, его мы тоже одеваем. Еще лучше, чем был, кстати, по идее. Да, это самый крутой сейчас у нас считается. Специальные цвета. О, еда для питомцев, тоже какая-то новогодняя по-любому должна случиться. Так, Squeaky Pig. Окей, боже, 4800 опыта. Так, я одеваю эту штукенцию, погнали. Погнали теперь снова в эту локацию, пооткрываем с вами яйца. Почему бы и нет? Но сначала, наверное, проверим, насколько быстрее мы стали фармить. Офигеть, вы посмотрите, просто я могу стать и все. Пум, 178, 304, бум-бум-бум-бум-бум, миллиард. Смотрите, как быстро. Щелк, офигеть. Офигеть, как... Кстати, я начал зарабатывать... Если до этого зарабатывал я по 8 миллиардов за открытие вот этой вот коробочки, то сейчас по 17, реально в 2 раза больше. Офигеть, по 17,6. Так, здесь у нас 2 яйца. Одно яйцо стоит 40 миллиардов конфет, второе 80. Но у нас, естественно, интересует вот это за 80. Убираем наше морожка и начинаем просто вскрывать эти яйца. Денег у нас просто завались, можно открываться, переоткрываться. Так, Inferno Void. Это у нас вот этот. Мне интересно, я хочу выбить последнего или хотя бы предпоследнего, или хотя бы собрать из предпоследних какой-то... Inferno Spike. А, это самый первый с яйца. Продолжаем. Кстати, вот этот вообще не отображается. Я не знаю, почему второй питомец вообще не отображается здесь. Вот очень странно. Здесь все отображаются. Вот, видите, Inferno Builder. Он не отображается, но он мне все равно выпал. Даже здесь не отобразился. Так, Inferno Spike. Открываем дальше. Если у нас будет 10 штук повторочек, мы с вами их объединим. Так, Inferno Bright, это третье. Так, даже у нас предпоследнего не выпало еще. Inferno 3, хорошо. Слушайте, мы весь набор уже выбили, кроме двух последних. Билдер опять выпал. Открываем дальше. Потратим все деньги, которые я сегодня накопил. Спайк, следующий. Так, мы с вами уже где-то 1 триллион впаяли. Void снова выпал. Максималочка здесь, Доминус Inferno. Так, кстати, давайте посмотрим, что у нас там в донатике появилось. Также все осталось. Вот эта бесполезная штука за 13 тысяч робоксов. Можно вообще ее выкинуть куда-то подальше. Так, дальше что мы с вами можем получить? И снова Void. Хорошо, хотя бы возьмем с вами 10 Void'ов, если получится. И потом с вами их объединим. Ну, если, конечно, насобираем. У нас еще есть с вами 6 триллиончиков. Я все солью. Все сегодня на видосике мы сольем с вами. Так, Inferno Void. Поехали дальше. И что это у нас? Билдер. Хорошо. Сделаем потом радужного, и еще один билдер, хорошо. Чем больше повторочек, тем мы, скажем так, быстрее сделаем радужного питомца, который будет просто мега силен. Снова билдер, окей. Смотрите, билдер от него выпадало просто, смотрите, каждый питомец это билдер. Второй сначала у нас, да, идет, хорошо. Пока что не выпал ни Доминус Inferno, ни Inferno Brick. Это у нас хотя бы, мне нужно хотя бы Brick себе в руку взять его. Так, Inferno Builder, хорошо. Так, дальше. А, снова билдер, ребята, смотрите, мы 2 триллиончика всадили, пока что нифига толком не убили. Давайте мы не будем закрывать, мы будем вот так вот клацать. Так, снова у нас билдер выпадает. Еще кто-то, так, Void. Боже, как все светится. Нужно потихонечку закрывать, так, спайк. Вот так вот быстрее, кстати, открывать. Еще один билдер выпал, дальше. И еще один билдер. Ребята, сейчас мы с вами объединим билдера. По-любому 10 штук уже выпадало, еще один билдер. Да сколько можно? Так, есть Inferno 3. Закрываем все это дело, открываем заново. У меня, кстати, здесь Inferno 3 сейчас. Блин, такие прикольные, черненькие. Так, Inferno Void. Следующий. 4 триллиончика осталось. Inferno Builder. Все, давайте сейчас объединим билдеров. По-любому будет у нас сейчас с вами одаренный. Вернее, радужный, или как он там называется сейчас в игре. Так, где у нас питомцы? Вот. Ууу, хорош. Рейнбов. А, смотрите, изменили свечение. Да, 250 тысяч скупов. А ну-ка, могу я сделать? Нет. А Inferno Builder'а могу сделать? Опа, хорош. Rainbow Santa Муши, кстати, тоже не отображается. А где Rainbow Builder? Сколько? 375 тысяч скупов. Вы серьезно? Офигеть, ребята. Просто 375 тысяч скупов. Я его одел. Кстати, вот как он выглядит. Вот как он выглядит. Это у нас строитель. Inferno, у него каска на голове. У него молоток на каске. Прикольный чувачочек. Дальше Inferno 3.
Денежки еще есть. Я сегодня все потрачу, как я говорил. Дальше открываем Inferno Spike. Объединим всем, которые у нас в конце попадутся. По-любому у нас уже половина собрана Inferno Void'ов. На, скажем так, на радужного питомца тоже их объединим. Он будет сильнее, чем билдер, кстати. У него будет 400 с чем-то тысяч. 400 с чем-то тысяч, вы понимаете, какие-то цифры. Раньше у питомца было там по 100, по 150, понимаете, всяких вот этих силы, то есть, а здесь уже по 400 тысяч пошло, но это уже просто какой-то космос. Вот кто-то взял и стал мне закрыл вот эту кнопочку. Не люблю, когда мне закрывают кнопочку. Снова Inferno Void или Builder. Так, нажимаем дальше. 3,4 миллиарда осталось у меня. Триллиона, вернее, извините, триллиончика. Так, спайк выпадает, еще один билдер, закрываем все это дело, выпадает снова дарный билдер, нет, спайк. Вот первый и второй очень часто падает, первый и второй прям каждый раз, так, выпадает снова билдер. Я так чувствую, что мы с вами соберем поле 4, ооо, Inferno Brick выпал наконец-то. Так, давайте посмотрим, что у него там за статы. 45 тысяч скупажей, офигеть, просто-напросто, офигеть. Так, спайка мы делаем радужного, есть. Войда делаем радужного, есть. Инферно 3 радужного, нет. А билдера можно еще сделать радужного? Нет, не хватает. Так, у нас с вами есть спайк. Одеваем его во второй слот. 365 тысяч. Так, вот это 392 тысячи. Офигеть, ребята. Смотрите, три питомца из новой коллекции у нас уже, получается, радужные. Я потом проверю, насколько больше денег стану зарабатывать. Мы проверим с вами на сундучке, как быстро я буду нафармить. Так, следующий, Инферно спайк. 3 триллиончика у нас с вами еще осталось, 3. Фух, капец, сколько можно открывать. Я надеюсь, что не выпадет мне Доминус Инферно, потому что я буду в шоке. Хотя, на самом деле, я надеюсь, что мне выпадет, потому что я много денег потратил. Но, насколько знаю, что сейчас у последних питомцев шанс выпадения 1%. Но у меня куплен геймпасс на удачу, возможно, 2%. По идее, шанс выбить у меня должен быть. Но не факт, ребята. Если вы его выбьете, пожалуйста, не предлагайте мне его. Пожалуйста, не предлагайте, потому что он сейчас сильно не влияет, в общем, на прокачку. Довольно-таки крутые есть и другие питомцы. Те же объединенные билдеры и все остальное, они будут намного круче, чем его. Так, давайте. Хлоп и Брайтбот. Жалко, ребят, что нельзя одевать в руку, понимаете? А я могу одеть Inferno Builder? Я могу вообще их как-то одеть? Так, это просто мои питомцы. Видите, я не могу, получается, одеть в руку радужного. Вот в чем проблема. Радужных питомцев в руку не одеваются. То есть, в любом случае, они одеваются как запасные. Ну, вот такая вот ситуация. Не знаю, почему не сделали, что в руку нельзя это одеть радужно. Хотя, как бы он вроде бы у вас есть, но его как бы нет. Так, снова еще один билдер нам выпадает. 1,9 триллиона, ребята. Спайки мне не нужны. Я, может быть, переодену даже одного другого поставлю. Так, Inferno Spike. Мы должны с вами сделать Inferno 3 сегодня радужного. Хоп. Так. Капец, сколько мы с вами за один заход сделаем, за одну серию кучу радужных питомцев. Вот эти, кстати, у меня тоже радужные, но они послабее будут, чем которые у меня сейчас уже есть. Так, давайте еще что-то интересненькое. Inferno Spike. Нет, не то, не то. Давайте. Вот у нас осталось 1,5 триллиончика. Вот как раз нам нужно сейчас Inferno Доминуса выбить, чтобы прям по красоте было. Так. Так, а у него какая корона? Да, у него такая же корона, как у меня, значит, реально она топовая. Поэтому, скорее всего, мне выпали топовые короны. Лучше их уже просто не найти. Потому что среди него скуп Оверлорд, и у него очень тоже много сринафармлено. Даже немножко больше, чем у меня у кого-то есть. Значит, я не один такой. Так, триллиончик остался, ребята. Еще один войд выпадает. Я думаю, что, возможно, нам хватит еще одного войда сделать радужного. Было бы очень круто. Так, Inferno Brightbot. Хватит ли на Inferno Brightbot? Нет, не хватит. Так, Brightbot. Закрываем. 700. Вот, Inferno Brick еще один выпал. Ну, Inferno Brick мы вряд ли с вами сделаем радужное, потому что выпало всего лишь 2 штучки. Так, еще одна деревка. 496 биллиончиков у нас осталось. Так, скоро закончатся деньги, ребят. Буквально у нас на 4-5 питомцев осталось. Так, давайте еще открываем. Клопсик. Спайки, да ёшки-кошки. Ну ладно, не повезло нам сегодня с Доминус Инферно. В принципе, я это уже вижу. У нас осталось на 2 открытия. Билдер и кто у нас еще будет сейчас. И потом последний будет Inferno Brick, кстати, третий выпал. Третий Inferno Brick выпал, неплохо. И Inferno Builder. Так, все, идем объединять. Так, Inferno 3 делаем радужным. А почему не делать? Неужели не хватило? Ух, не хватило нам вот этих вот. Так, проверяем, не хватает. А еще, может быть, одного спайка сделаем? Нет, спайка не хватает. Билдера хватает. Так, Inferno Brightbot не хватает. Может быть, еще одного билдера? Хватило на билдера. Inferno Void'а не хватило. Ну, в принципе, и ладно. Так, что у нас с вами одето? Итак, давайте, у нас с вами вот эти
А билдер самый крутой получается у нас вот этот вот. Так, спайка мы не трогаем. Билдер. Давайте мы билдера одеваем в первый слот, билдера во второй слот. Потом мы одеваем Инферно Войда в третий слот и еще одного билдера в четвертый слот. Получается вот такой вот наборчик, ребята. Закрываем все это дело. Ух, хорош, ребята. Так, давайте включаем морожку и проверяем, как мы фармим. Офигеть! Вы видели? Офигеть. Ну, немножко дороже стала продажа, но я просто, смотрите, я пока добегаю до следующего, я уже вскрываю. Я просто могу бегать между ними и вскрывать. Смотрите, ребят. Я в шоке, насколько больше стала фарма. Это жесть. Скупы теперь будут лететь просто в тысячи, миллионами сразу. Ребята, на этом я серию заканчиваю. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!